Видеокамера одного из казанских магазинов зафиксировала, как женщина спокойно складывает одну шубу за другой в объемный пакет. В это время ее подельница отвлекает продавца. В полицию обратился директор магазина меховых изделий, расположенного на улице Мазита Гафури, с заявлением, что неизвестные похитили товар на сумму более 170 тысяч рублей. Любительницы норковых изделий были задержаны в Челнах. После полученной из Казани ориентировки стражи порядка Автограда обошли все торговые точки города и предупредили продавцов. Те, в свою очередь, позже позвонили оперативникам и сообщили о подозрительных покупательницах, которые наведались в магазин. Присматривались, некоторые шубы даже специально откладывали с целью того, чтобы потом их заново прийти и похитить. То есть, но продавцы, благодаря тому, что они уже были предупреждены, они грамотно сработали. После задержания подозреваемую, которая совершила серию краж, доставили в Казань. На время следствия 30-летняя жительница Екатеринбурга заключена под стражу. Эльвира Ермакова, Василий Киселев. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.